Приехав в Нюрнберг, я нашел вот такую замечательную выставку. Называется «Технопарк». Начинается она с Яка 40-го и дальше продолжается электрическим гусеничным экскаватором. Посмотрим, что же будет дальше. Объем ковша экскаватора, который находится сейчас за мной, 20 кубов. Колесный бульдозер Komatsu WD-600. А вот этот экземпляр Белаза за мной лучше все же снять в цвете. Ну что, так намного лучше? Белаз за мной имеет грузоподъемность 220 тонн. Это еще не предел. Похоже, что выставка техники подошла к концу, но это не так. Впереди что-то виднеется, значит, мы идем туда. Гигантомания в полный рост. Автопоезд БелАЗ. Масса перевозимого угля 120 тонн. По сути, это тягач с полуприцепом, который является собой настоящий скрепер, просто гигантского размера. Наверное, самый нетрадиционный БелАЗ во всех смыслах. Только полюбуйтесь на эти яркие, смелые цвета. А за рулем, похоже, какой-то образ кошечки на месте оператора в кабине. Нет, я нахожусь не в железной будке, не в ангаре, не в сарае, не в гараже. Это на самом деле ковш экскаватора с прямой лопатой. Когда-то им грузили уголь. Только посмотрите на его размер. Кубов 20, не меньше. Ну все, экспонаты закончились. Я уже замерз. А значит, пора закругляться и отправляться в отель.